Первая спортивная площадка. Юные спортсмены радостно ликуют. Теперь у них будет место для игр и тренировок. Максим Макарычев и Артем Акимов – ученики разных школ. Но летом в Огуневе собираются вместе. Оба любят игры с мячом. На территории средней общеобразовательной школы поселения перерезали красную ленту, и школьники сразу получили зеленый свет для занятия спортом на новой площадке. Возможность поиграть в 33, потому что там у нас на площадке около 5-го в 33 невозможно поиграть. Для меня радость. Да. Играть в футбол можно. Бегать, прыгать. Мы сами будем приходить. Строительство площадки стало результатом взаимодействия районных властей и депутата Московской областной думы Владимира Шапкина, за что его и поблагодарили на торжественной церемонии открытия. Хочу сказать огромное спасибо депутату областной думы Шапкину Владимиру Николаевичу. В Щелковском районе открывшаяся спортивная площадка в этом году тоже первая и, как обещают, не последняя. На стадии завершения строительства и почти готова к открытию площадка на территории школы в Афрянове. Этому уделяется сейчас самое огромное внимание, и мы будем к этому стремиться. Скажу, что в этом году, как и в прошлом году, только на территории городского поселения Щелково мы до конца сентября установим еще 10 воркаутных площадок для занятия спортом жителей городского поселения Щелково. И мы думаем, что уверены, что к концу сентября, к завершению сезона, эти работы будут выполнены. Новая площадка, как и положено, слегка пружинит. Ребята осваивают место и оценивают покрытие, и задают много вопросов. Ребята, которые приходили каждый день, смотрели, как здесь происходит строительство, спрашивали, а когда же мы будем здесь играть и будем ли мы здесь играть? Отвечаю, будете. Был первый вопрос сразу, это только для учащихся школы или нет? Не только для учащихся школы. Оценила площадку и профессиональная спортсменка Ирина Слуцкая. Всегда очень приятно, когда ты видишь качественный продукт. У меня есть, скажем так, с чем сравнивать, поэтому буквально несколько шагов на таком покрытии сразу становится понятно, что здесь все сделано на высшем уровне, и здесь ребятам будет очень комфортно заниматься и оздоравливаться. А вот на практике качество покрытия первыми оценила команда по черлидингу центра «Романтик». Здесь очень-очень крутая площадка, нам очень здесь понравилось танцевать. Возможно, мы здесь сделаем какие-нибудь открытые тренировки для учеников школы, возможно. Будет интересно, я думаю. Ребята мечтают, чтобы в Огневском поселении появился большой физкультурно-оздоровительный комплекс. И даже хорошей беговой дорожке они будут рады. Над этим сегодня уже работают районные власти. И не только над этим. Вся территория школы нуждается в благоустройстве. Этому посвящено большинство проектов в поселении.